Возле Жумамечети начал работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Уважаемые граждане, приглашаем всех желающих на вакцинацию против коронавируса COVID-19. Просьба подойти к мобильному передвижному медицинскому пункту. Желающие привиться проходят предварительный осмотр. Пациент оставляет свои контактные данные, чтобы медики могли наблюдать за его состоянием после прививки. Затем измеряют сатурацию, пульс, давление и температуру тела. В течение получаса после введения вакцины медики контролируют самочувствие привившегося. В прошлую пятницу в этом мобильном пункте привилось свыше 20 человек. Большая часть – это люди старше 55 лет. Особенно желательно прививаться людям старше 60 лет и старше, у кого есть хронические заболевания, особенно сахарный диабет, заболевания сердца, ИБС, у кого хроническое заболевание легких. В первую очередь надо прививаться этой группе лиц. Мы привили достаточное количество людей. То, что ведется вот эта вот антиреклама против этой вакцины, это совершенно неправильно. Это совершенно неправильно. Ни одного случая осложнений после вакцинации ни одного человека не было пока. Отмечу, что по шариатским нормам внутримышечные вакцины не нарушают обязательный пост мусульманина. Кроме того, вакцинация является обязательной для всех паломников, планирующих совершить хадж.